Эфир телеканала «Беларусь-1» протягивают новины региона. У студии телерадиокомпании «Гомель» Наталья Игнатенко. Добрый день. Запуск новой вытворчасти отбудется в ближайший час на белорусском металлургичном заводе. Зараз на предприемстве завершается подрыхтовка до вводу в эксплуатацию сорта прокатного цеха номер 2, уникального для айчинной промысловости объекта. Подробязности в сюжете наших корреспондентов. Сортапрокатный цех – это фактично завод у заводе. Его будовництво началось в 2012 году на площади, якой хапило для узведения нескольких жилых микрорайонов. Сам будинок цеха имеет вышину 28 метров, прикладно 10-поверховый дом. Будовники признаются, что ранее им такого робить не приходилось. Масштабных таких объектов в нашей области не строилось. Значит, он специфический объект, он не типовой. Сравнивать с чем-то не предоставляется возможным. То есть он такой единственный. На данном этапе объект находится на стадии ввода в эксплуатацию. Значит, работы закончены, фактически строительные. Значит, ведется горячее испытание оборудования. У ходе будовництва, якое велось круглосуточно, специалистам довелось вырашать множество инженерных задач, выкористовывать технологичные инновации, некоторые у першиню. Одним из самых складанных объектов стала яма окалины глубиной 20 метров. Проз яе проходит вода для остуджения металла подчас прокату. Замкненный цикл позволяет максимально выкористовывать энергию и позбегнуть брудных выкидов у природоохранную зону. Еще одна особливость – это проектование, якое шло одночасово с будовничими работами. Параллельное проектирование при таких стройках оно необходимо, потому что могло бы затянуться это не на 3 года, а на 6 лет. И оборудование, которое мы запустили бы через 3 года, если бы не было проектирования этого, значит, оно бы было уже морально устаревшим. И продукция, соответственно, была с большой себестоимостью и не конкурентоспособна на рынке. Детали технологичного процесса металлурги поколь не раскрывают, при том, что выпуск продукции фактично уже идет в тестовом режиме. Головный экономичный плюс – высокий добавочный кошт готовой продукции. Для ее выпуска берется недорогая сыровина, с якой отрымливается арматура разного диаметра. Она широко запотребована в будовництве и залеживаться на складах не повинна. Руслан Пролясковский, Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобина. Дажджы, якія учора прайшлі амаль па ўсёй тэрыторыі Гомельшчыны, крыху замарудзілі тэмпы правядзення ўборачных работ. У сувязі з чым рэгіён саступіў лідарства па намалоту зерня аграрыям Брэсцкай вобласці, якія намалацілі больш як 450 тысяч тонн збожжа, што на 20 тысяч тонн больш, чым сабрана з палеткаў нашай вобласці. Бліжэй за ўсіх да заканчэння ўборачнай знаходзяцца гаспадаркі Рагачоўскага раёна. Па дадзеных на сённяшнюю раніцу тут убрана 63% плошчаў. Наступнымі ідуць Жлобінскі, Мазырскі і Лоеўскі раёны. Першыя па намалоту зерня аграрыі Рагачоўскага і Рэчыцкага раёнаў – 46 і 43 тысячы тонн адпаведна. Сярэдняя ўраджайнасць зараз складае 25,5 цэнтнераў з гектара. Глядзіце сёння ў 18:10 у прамым эфіры телеканала «Беларусь-2» новы выпуск праграмы «Дыалог». Гость студыі – генеральны дырэктар Гомельскага аддзялення Беларускай гандлёва-прамысловай палаты Марына Філонава. Свае пытанні можна задаць па тэлефоне прамога эфіру ў Гомелі 77-68-45. Поводле оценки специалистов, ситуация с пожарами в Гомельской области стабилизуется. Колькость узгараний и ахвяр поменьшается, у тым лику и дякуючи дождливому надворью. Об этом подчас горячей линии у прямом эфире Радио Гомель Плюс поведомил начальник Гомельского областного управления Министерства по надзвычайных ситуациях Александр Украинец. На сегодняшний день заборона на наведывание лесов, якая должилася два тыдни, снята на большей территории в области. Пожаронебеспечная ситуация по-ранейшему заховывается у семи районах. У Хойницким, Лельчицким, Нараулянским, Кармянским, Будакашалевским, Чачерским и Брагинским районах по-ранейшему наведывать лясы забороняется. Рашение об снятии забороны у гэтых районах будут примать мясцовые органы улады. Не глядячи на то, что по всей территории в области прошли дожджи, кожные сутки специалисты фиксуют по некольки узгараний у торфяников. Очаги узгарания оперативно ликвидуются. Однако МНС попереживает громадян об выконании элементарных правил по водину лясах. Тем более, что сейчас идет активная фаза уборочной кампании. Значит, массивы
уборочные не примыкают к лесам, поэтому я бы все-таки рекомендовал гражданам быть весьма и весьма осторожным. Если ты в лесу, то надо беречь то, что есть, не разжигать эти костры, не бросать их без присмотра. Значит, если кто-то курит, то не бросать этот окурок, где попало. И тогда мы будем гарантированы, там, где высокая культура поведения человека, как в быту, так и везде, там количество чрезвычайных ситуаций гораздо меньше. Комитет державного контроля Гомельской области на этом тыдні у пятницу проведе горячую телефонную линию с жыхарами региона по питаниях наведения парадку у лесным фонде, реализации лесопродукции организациями насельництву. Каждый желающий под час горячей линии сможет поведомить супрацовнику ведомства об фактах размещения несанкционованных звалок, порушения правил заготовки леса. Зробить это будет можно по номеру телефона у Гомеля 23 83 71, код областного центра 0232. Гомельщина – уникальный регион. Тут у мира и у сгоди живут люди разных национальностей и веровызнаний. Наша земля может похвалиться великой количеством святынь. Это делает регион привабным для паломников из разных стран и континентов. Разом с другими направлениями у туризме все большую популярность набирает паломницкий. Особенно приятно, что сирот маршрутов по сусветных святынях немало кропок, размещенных на карте Гомельской области. Бо якого б веровызнания человек не был, на Гомельщине заўсёды знойдуцца святыя месцы, здольныя здзівіць і дапамагчы зацвердзіцца ў сваёй веры. Пацверджанне гэтаму першая праграма з новага цыклу тэлеперадач «Сардэчна запрашаем на Гомельшчыну», створанага пры супрацоўніцтве тэлерадыёкампаніі «Гомель» і ўправлення спорту і турызму Гомельскага аблвыканкама. Віртуальна наведаць галоўнай святыні Гомельскай вобласці тэлеглядачы змогуць ужо сёння у 17:55 і ў гэтую пятніцу у 18:15 на тэлеканале «Беларусь-2». Гомельская область разделена на две епархии. Это древняя Туровская епархия и Гомельская епархия, которая в своем запасе имеет всего лишь навсего 90 лет, смотря с Туровской, которой уже более 1000 лет. Но святыни наши общие, православные, они для всех паломников, для всех туристов доступны в любое время. Я уверен, что с посещением святынь Гомельской земли, Туровской епархии, Гомельской епархии, вы найдете то зерно веры, зерно правды и любви для своего сердца, и Господь будет рядом с вами. Экспозиция факсимильных церковных выданий и летописных помников проходит у музея редкой книги. Новая выстава книг промеркована до тысячегодия памяти святого Рона-апостольного князя Владимира. У экспозиции «Хреститель Руси» представлены выдания наибольш вядомых помников усходнеславянской письменности. Это факсимильные летописы и литература религийного зместу. Выстава подробязно раскрывает эпоху и особу князя Владимира. Его деятельность в свой час стала штуршком до бурного развития усходнеславянской культуры. Серед самых цікавых экспонатов, которые представлены на выставе, Туровская Евангелие, датованная 11-м стагоддзем. Это самый старожитный письмовый помник, который был знойдены на территории Беларуси. Оригинал заховывается у Вильнюсе. Также интерес представляет Радзивиловская летопись, период 13 век, где на 1000 листах представлены 617 красочных миниатюр, где можно увидеть сцены из жизни, можно увидеть и крещение самого князя, и его дружины, и также различные исторические события в схематических изображениях можно проследить согласно Радзівілаўскай летописи. И на этом наш выпуск завершен. Наступный выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-1» в 18:40. До встречи!